Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами мы продолжаем проходить игру за ним на Рушу, потом Тимати Шторм 2, и я понял, как, короче, это, ну, с кем говорить надо, вот нашел тут, как он называется, General Store, как уже неграмотно все-таки, и смотрите, все, нам надо идти к Шизуне, смотрите, вот видите, нам надо было идти сюда, а я всегда уходил сюда, он назад, короче, вот в чем прикол, все, идем к бабуле Цунады и к Шизуне, или к Шизуе, я хз. Вот она. И неужели нам придется куда-то идти? Миссия комплит. Та-дан-та-дан. Это тут все надо. Ну давайте. Почему бы и нет? За 2 секундочки поговорим. А, Сакуру еще не осталось. Вот же... Сшибись, мы одни теперь. А где наша эта, ну, сучка? Простите за мат. Ай, как ее еще можно назвать? По-хорошему. Ну вот, что-то лоудинг идет. Что-то значит сейчас. Значит, что-то сейчас будет. Да? Нет? Нет, да, нет, да. И да. Я же говорил, что сейчас, если лоудинг идет, что-то бы. Ох, I'm starving. Типа я голодный, наверное. Ramen from Ichikaru. А we gotta get some ramen from Ichikaru. Шикамару, а? Шикамару? Hey, Naruto! No way, it's what really you, you're back. It is you, Шикамару. Темари, no way, you're wet knucklehead. Naruto, huh? Weren't you from the hidden sand village? The name's Temari. It's been a long time, Naruto Uzumaki. Yeah, totally. Ну что-то типа такого. And when just a little while ago I had my first drill. Шикамару, you just got back and you're already busy. Ах. Хе-хе. By the way, what are you guys up to? Are you on a date? Oh, please, like I will ever. We're just back in the hidden leaf making arrangements, чё бля? For the next chunin examen. Экзамен. Короче, ребят, не буду я ничего читать. Сами прочитайте. Потому что, блин, сейчас будет себя чмырить меня за такое хорошее знание английского. Ой, кто пришел? Ирука. А, это Ирука сенсей. Давайте быстрее проматывайте. Сейчас Ирука сенсей его угасит лапшой, походу. Я не знаю, что сейчас будет. Я думаю, весело будет. Chapter 1. 1. Rescue the Kazekage. Хз, что это значит? Ну, короче, мы проходим новую главу, как я понял. Вот Шикамару и Темари. Что они дадут нам? Я хочу подраться. Я уж не дерусь, сколько там. Хожу просто на месте. Ура, все, мы идем. Идите в жопу, я пошел драться. Нам куда-то идти надо. Рамен! Это лапша. Ару. Лодин, что сейчас будет? Типа он... Сейчас будет как он лапшу жрет или что? Ярность про... Да? Что? Хочу драться, хочу. Смотри, хочу. Не подумайте, просто по-фанскому. Блин, хочу драться реально. Что делать? Что делать здесь? Тут черное все. О, это кто? Это, по-моему, Сасори. Да, это Сасори. А, Дейдара. Еще лучше. Они сейчас полетят к какому-то хвосту, ну вроде к трёх хвостам еще полетят.
дальше. Типа он полетел, чего? Ой. Случайно нажал, простите. Лоудинг, 100%. Так, это что? Опа, первый боссик, ребят, первый боссик. Гар, здравствуй, мальчик, здравствуй. Сейчас Гар против Дейдар будет, сейчас весел будет, сейчас весел будет. Я не знаю, за кого я буду, конечно, а, по-моему, за Гар должен быть. Да, ура! Гар против Дейдара. Стойте. Ну да, все правильно, поехали. Погнали, ребят. Да, Гар против Дейдара. Первые боссы пошли. Крутяк просто, ребят. Очень круто. Я так рад, не знаю почему. Ой, пошла жара. Пошла огроменная жура. Here we go. Ох, ёб твою мать. Это будет не так уж просто, на самом деле. Хотя я по нему какие-то удары проношу, что ли, я не знаю. Бля, что я сделал? Теперь факру при... Факру. Теперь чакру придется фармить. Чё он на месте? Алло, пацан. Чё он делать сейчас будет? Не очень интересно. Я рад то, что я наконец на первом боссе. Это Гар против Дейдар. Неплохая, кстати, битва. Ух, ёб твою ма... О, еба... Не пиздец. Потому что это очень тяжелый босс. Ну, я, по крайней мере, так думаю. Я кунаю не могу попасть в него, блядь. Нахуй вообще эти кунаи нужны? И чё делать? Мне посрать на этих птичек. Он сейчас будет бросаться... Yes. Подловил этого пидора. Гнойного. Пошел в пизду. Бля. Мне опять эту волну переживать, блядь, свое бросание метания птичек, блядь. Ой, дебилушка, тебе сейчас пиздец будет, ты в курсе, братан. Зря ты сбросился с этой птицы, поверь, братан. А, ну опять он на нее залез. Ну, блядь. Ну, я, кстати, довольно много снес. Да он мне тоже немало, на самом деле, снес. Прикольный босс Дейдар против Гара. Интересненько. Даже не думал, что так быстро босс будет. Бля. Пускай пониже, наконец-то. Если он сейчас спустится пониже, я его сейчас просто ёбну. Ой, это да, он, конечно, чуть-чуть. Хотя, как сказать, чуть-чуть. Это огромный даун. Ах ты ж сучка. Блядь, чё за хуйня? Ты ебанулся нахуй. Эти жучки, сучка. Ёбнутый, блядь. Где он, блядь? Чё это дюц даст? Зря, братан. Зря. А у него ещё, блядь, шкала же. Сука. Я по нему даже не попал. Чё за хуйня? Он же будет хуячить эти птичек ебаных. Заебали уже. Ох, блядь, не тупица, не тупица. Все, все. Все, молчу, 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 молчу. Не надо, пожалуйста, блядь. Ой, даун, 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 даун. Да, он просто тупой. И он сейчас опять на свою птичку запрыгнет, аутист. Пам. Я по нему не попал. Впрочем, что нового. Угар мало хп, очень мало, еще может сдохнуть. Нихера себе. Так, а скакать не надо. Тут весь секрет в том, что просто надо бежать. От этих птичек. Но я вижу, что это босс. Он не такой уж и слабенький, как все были.
Да, снеслось чуть. Через Юдзу все-таки сносит, так что чакру. Фу, блядь. Ну, только не на таких моментах надо чакру фармить. О, блядь. Ой, это сука. Какая же птица, блядь, ты ядовитая, сучка. Вот сейчас можно пофармить чакру как раз таки. Фуловый чакра. Найс. Давай, спрыгивай. Спрыгивай. Ты же спрыгнуть сейчас должен по логике. Что ты не прыгаешь? Аутист? Ах ты ж пидорасина вонючая. А чё ему ничего не снес-то, блядь? Там ничего не снес. А-а-а, всё, я понял. Вот эти всякие моментики сейчас будут. Нажимайся, блядь. Сука. Веселый, кстати, прикольный вот эти моменты, когда чиз прям. Ой, блядь, X не нажал. Пизда мне. А где X-то, блядь? Где он, блядь, X? Я на всю клавиатуру нажимаю. Где этот ёбаный X, блядь? Сука! Ура, я его, блядь, нажал. Ура, я нажал. Ой, блядь. Чё ж так тяжело-то? Я не знаю вообще, куда жать на этот X, блядь. Вы ебанулись? Где, блядь, этот X найти? Не дай бог, мне сейчас драться придется заново. А, нет, не драться. Где X, блядь? Просто где этот X? X же он должен где-то здесь быть, вообще по логике. Или здесь, а хз, блядь, сейчас, погодите. О, где-то здесь X. Ой, блядь. Сука! Где X, сучка, блядь? Вот он, блядь, я его нашел, ура, блядь. Шо в пизду? Вот здесь X, да? Нет, вот X. Пошел в пиздень. Бля, с ним сейчас опять еще драться придется. Ну что за хуйтень? Блять, такой какой сильный это пиздец. Решай, что будет, когда против Итачи мы будем ебаться. Еще и на X надо нажимать. Что за хуйня, блядь? Как против нее драться, я без понятия, если честно. Блять. Нажимаю на Б и чё дальше. Смотрите, сколько у меня ХП осталось, пацан, ребят. Все, меня ёбнули. И чё делать дальше? Давайте переиграем. Пипец, все-таки какой тяжелый ты все-таки баран, а? Пипец. Я смогу сразу так вот сделать. Это очень хороший способ.